Друг, вера в единство Творца, то есть единобожие таухид, бывает двух видов. Первая простонародная вера в единство, она гласит, у Аллаха нет сотоварища, и эта вселенная является его владением. Однако есть опасность, что обладатели такой веры впадут в беспечность и заблуждение. Второй вид веры, истинная вера, иман в единство. Она гласит, Аллах един, власть его, бытие его, всякая вещь его. Обладатели такого вида веры имеют непоколебимую убежденность. Они видят на каждой вещи печать Всевышнего и читают штампы и чеканы, имеющиеся на лике каждой вещи. Благодаря этому они обретают способность ощущать единство Творца и спасаются от натиска заблуждений и сомнений. То есть, например, если в какой-то город или на какой-то рынок пришло большое количество товаров, в двух видах знает, что это кому-то, например, принадлежит именно кому. Один вид простой такой, то есть такое большое количество товаров может принадлежать только такому одному какому-то известному человеку, это его. Но его части кто-то может себе присвоить, там какие-то части этого имущества, назвать его своим, какое-то воровство может быть. Но другой вид, например, если он видит на каждой вещи печать этого, этой фирмы, этого человека, на фуре видит, там, на коробке, на каждой пуговице даже видит, тогда никто уже не сможет ему сказать, что это кому-то другому принадлежит. Известно уже, чье имущество. Точно так же есть простонародная вера, то есть то, что такую огромную вселенную только Всевышний Творец может сохранить. Обладатель абсолютного могущества. То есть эти многие это принимают. Но на какие-то части приписывают каким-то причинам. Отдают. А настоящая вера в единство Творца заключается в том, что в каждой вещи человек видит печать единобожия. То есть в каждой вещи видит доказательство Творца. И мы постепенно будем разъяснять некоторые сияния этого второго вида вера в единство и бытие Творца.